Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировчане могут заявиться на конкурс «Предприниматель года 2017». Документы принимает Министерство развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области. Участниками могут стать субъекты малого предпринимательства, малые и микропредприятия, фермерские хозяйства, производственные, сельскохозяйственные, потребительские кооперативы. Обязательные условия – регистрации в Кировской области и работа не менее 2 лет. В текущем году конкурс будет проводиться по 11 номинациям в сфере материального производства, сельского хозяйства, общепита, торговли, оказания услуг, за внедрение инноваций. Отмечены будут и лучшая женщина-предприниматель, лучший молодой предприниматель, успешный старт. 2 номинации появились впервые. Это экспортер года и приз за эффективную предпринимательскую деятельность в социальной сфере. Можно заявляться самостоятельно, также предложить номинантов могут администрации районов и городов. Победители получат право на льготный заем до 2 миллионов сроком до 3 лет под 7% годовых от областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Экономика. Прокуратура проводит День предпринимателя для помощи по правовым вопросам, реализации права на личное обращение в органы прокуратуры. Проводится ежемесячный Всероссийский день приема предпринимателей. Ближайший состоится 4 апреля. Обращаться бизнес может с 9 до 13 и с 14 до 18 часов на Карла Либкнехта 88. Помимо личного приема, предприниматели могут сообщить о нарушениях своих прав по телефону доверия прокуратуры Кировской области, его номер 64-15-74, а также на официальном сайте прокуратура-киров.ру. Программа «Экономика». Далее информация на правах рекламы. Как быстро оценить качество бухгалтерского учета в организации, убедиться, что он ведется безошибочно и оптимально, если не хватает опыта в этой сфере. Силы и время руководителю поможет сэкономить экспресс-анализ учета, рассказывает руководитель отдела проектов фирмы «Бухгалтер и я» Ольга Максимчук. Он дает возможность получить независимую оценку состояния дел в бухгалтерском налоговом учете, позволяет установить, нет ли переплат или недоплат по налогам, какие проводимые операции повлекут за собой возможные проблемы и, естественно, повлекут риски, которые в дальнейшем могут неблагоприятно отразиться на ваших бизнес-процессах. В срок проводится от 7 до 14 дней в зависимости от объема компании, вида деятельности и за какие сроки компания хочет проверить свою бухгалтерию. Провести экспресс-анализ учета в организации можно за 1-2 недели, независимо от видов деятельности и видов налогообложения. Если вы хотите оказаться в руках профессионалов, звоните 24 70 79. Фирма «Бухгалтер и я». Экономика на 101 FM. В завершение о валютах. Доллар на сегодня 57 рублей 2 копейки, евро стоит 61,53. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.